Всем привет! Сегодня готовлю классные рулетики в грибном соусе. Для этого нам нужно сделать тесто. Тесто делаю из молока, яйца, соли, растительного масла и муки. Замешиваю упругое тесто, оставляю на столе на 20 минут. Займусь начинкой. Для начинки обжариваю луковицу, морковь и немного фарша. Обязательно начинку выкладываем в тарелку, даем ей остыть. Нам еще нужно сделать грибной соус. Для этого нам потребуются шампиньоны, которые нарезаем пластинками, и одна луковица. На сковороду наливаем растительное масло, а также добавляем сливочное, обшариваем вначале лук, далее шампиньоны. Вливаем в эту смесь 1 стакан молока, добавляем любимых приправ, солим. И еще добавляем 1 стакан воды. Даем закипеть и уменьшаем огонь. Собираем наше блюдо. Для этого раскатываем тесто в пласт, выкладываем начинку, сворачиваем большим рулетом и нарезаем на брусочки толщиной около 6 см. Рулетики выкладываем в соус и тушим их на медленном огне около 25 минут. Очень классное, интересное блюдо готово. Всем спасибо за лайки и просмотры. Внизу под видео точное количество всех ингредиентов, входящих в состав рецепта. Всем пока!